Добрый день! Светодиодные ленты для установки на радиоуправляемые модели от торговой марки GT Power, модель GTP62. В комплекте у нас идут 4 светодиодных ленты, у которых есть 7 режимов. Один режим — это просто горит, и 6 режимов различной интенсивности моргания. Рабочий ток у нас составляет 50 мА, входное напряжение от 4,8 до 6 вольт. Давайте откроем, посмотрим, что внутри, и подключим. Поролоновая вставочка, небольшой мануал, показывающий, как мы подключаем к машинке на английском и на китайском. Сама подсветка. Вот такие 4 ленты. Блок управления, штекер для подключения, он идет стандартный, то есть подходит ко всем приемникам. И кнопочка для включения. Давайте замерим расстояние между самих светодиодных лент и расстояние между ними. То есть лента у нас идет на 12,5 сантиметров. Расстояние между ними примерно 18,5 сантиметров. С внутренней стороны у нас двусторонний скотч приклеен, так что убираем и клеим к дну машинки. Также здесь два стикера с двух сторон. Также можно их приклеить, это скорее всего для модуля. И гаечка, фиксирует шайбочка для крепления вот этой кнопочки. Давайте запитаем. Подключаем и запускаем. Вот такая светодиодка. 4 штуки. Ну и проверяем режимы. Режим активное моргание, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. И, соответственно, выключено. Ну, скажу честно, светит она, конечно, не очень ярко. То есть при дневном свете, то есть вот так, если мы выставляем, вот так у нас идет отражение, видно на камеру, примерно на такой высоте. То есть вот так уже на высоте несколько сантиметров ее практически не видно. То есть если мы хотим, чтобы у нас дно подсвечивалось там, то это вот так. Ну, то есть как раз таки эта подсветка идет не для каких-то больших машинок, да, там не для оффроуда, потому что ее можно просто позбивать. Это, конечно же, либо ролейки какие-то, либо, скорее всего, это дрифт-машинки. Поэтому смотрите, выбирайте, пробуйте.